Держись! Опа! Фух. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо! Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. А долго пойдем, нам Артём, еще пойдем. Леша, боже ты мой, что же делать теперь? Где ты, Леша? Нельзя. Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем, не знаете? Да, извините, не узнал. Не видишь, он ранен. Леха, кто-нибудь видел? Леху рыжий. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Как раненый? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотрю. Ничего не забудь. Вот стоц перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц перевертоться, кушает компот! Вот стоц перевертоться и мечтает снова! Вот стоц перевертоться, пережит налет! Короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря, батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тип. Ну и просто постарайся. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить? О, привет! Ну чё, как? Ладно, сын, ты готов? Слав. И наш дом. Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Так, спасибо, брателло. Благодаря тебе у меня сегодня... Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую... Вы грубые солдафоны! Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погиб... Но зато я сам сделаю... Ты Артём? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Thank you.
Проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Кто такие? Выйди на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Стоять! Я... Я с тобой разговариваю! Повод нужен. День машиниста мы уже отмечали два раза на день. Давайте все же в грязи со свиньями вораться! Отсюда если в ближайшей обитаемой станции, туннель очень долгий, потому что Тургеневская станция... ...проклятая и заброшенная... А теперь... Будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чувствуют снеговик в одежде. И зал обыщи как... следует, вдруг тут есть еще один строй. Ну ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Thank you.
А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Ублюдина! Отвечай, гад, или башку снесу! Это Одноглазый или Гонокор? Артём! Опустить свое оружие, юноша. Защитникам может понадобиться помощь. Хан, сюда.
Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боюсь, как видишь. Слушай, парень. Ты должен найти нашу радиостанцию.
ладно. Меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напасть. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел... Хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на... Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ладно, пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идите себе по делу какой-то. Они устроили себе в позицию в разрушенном здании прямо у... А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто захватили станцию. Попали, скучаю. Твоя рука. Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно.
Не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусы. Но Полис еще не все метро. Я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распала. Правительственный бункер за Урал. Но... Привет. Бункером, так, первым... Володя, привет, очень Артём! Приятно. Можешь выбрать что угодно. Попкушу. Ну, может, для оккупации прибыли. Никто же не думал, что это самое...
Ладно, собрались. Впереди еще долгий путь. Т-6 сюда. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А, темно, и Б, страшно. Вот дерьмо. Поаккуратнее с выражениями. Противогазы, быстро! Отлично. Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Третий. Надеюсь, он еще работает. Раз. Советом раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Артём, с тобой все в порядке? Фантастика!
Ульман! Ульман, как слышите? Мы на башне. Закрыто за облаками. Он несет смерть. Артём, это Ульман, прием! Он пришел истребить нас. Артём, прием, слышите?